Помогите своему отделу устранить угрозу. Вперед! О, прыжок на буханке. Они бегут. Быстрее. Так, что у него? Мешок цемента раз, мешок цемента два. Спрятанная контрабанда. Всем привет, ребята. Это канал Горюшин Игруш. И сегодня мы играем в Контрабанд Полис. Это продолжение. Ложная помощь, раздел 2. Смотри, побег из тюрьмы. Похоже, вам пора нанять какого-то охранника тюремного. Так, ну так я понимаю, что здесь будет новое задание. Да. А начинаем мы с проверки документов опять. Каждый день... О, воронье. Воронье летает. Да, воронье. Что это такое? Непонятно. Так, это у нас ГАЗ-66. ГАЗ-66. Шишига в простонародье. Да. Крутая тачка, кстати. Проверка документов. Давай, что у него там? Он из РК Королевств, видишь? Оттуда запрещено возить товары, там написано на доске, что если кто-то везет товары из этой республики, то надо его заворачивать. Мы сейчас посчитаем груз и развернем его, потому что он нарушает правила, ну, да, да. Правила ввоза. Так, сена. Сена? Сена. Так, давай. Нет, сена из села. Из Синая. Нет, из Синая сена. Так, ставь правило въезда галочку «Запрещено», отчет, Мари. Опа, все. Въезда, все. И запрещено. Надеюсь, мы все правильно сделали, потому что бывает, что типа бывает там снимают деньги за то, что мы как бы... Здесь точно правильно. Думаешь? Но у него нарушения нет, кроме того, что он из этой республики. Думаешь, что нарушение? Давай посмотрим, что будет. Панич. Ну что, где у нас там? О, 100 баксов. Вас повысили. Увеличенная награда за досмотр у нас теперь. То есть мы будем получать больше за досмотр. Круто. Мадис Рауф. Есть? Так. Так, все что правильно. Что это было сейчас? Нет. Что это было такое желтое сейчас? Господи. А неправильно мы это с этим соединили, неправильно. А. Может, кто-то поторгуем, говорит? Так, что у него? Мешок цемента раз, мешок цемента два. Спрятанная контрабанда. Кокаин. Как хулиган, все, на арест. Кокаин, это да. Же жестко. На арест, все, ребята. Знаешь, что это, папа? Это гадость. Но это гадость. Арестован, контрабанда. Человек хочет, в принципе, такой умный, в очках ходит. Типа. Типа. Заделался такой на простачка. Ага. О, кто-то, смотри, звонит. Служебный телефон. А, мы теперь там что-то можем пользоваться. Он, понимаешь, он нас делает, будто бы мы какие-то дурачки, не поняли, что он что-то притащил. Так, давай-ка товарищу скажем, чтобы он убрал машину с глаз долой. У нас уже мы двоих, да? Опа. $70. Значит, правильно, смотри. Неплохо. Но мы первый раз... Смотри, Нива едет спущенные колеса, видишь? Раньше нельзя было с разбитыми фарами ездить, со спущенными колесами. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Документики, смотрим. Бочка рыбы, 2 штуки. Яким Сорокин, да? Документы, у него все нормально. Соответствие. 30 апреля заканчивается, у нас сегодня 24-е, ну... 24. Вмешательство! Перестрелка, нужно принять или отказаться. Принимаем? Давай. Нужно помочь. Опять перестрелка? Это как в прошлый раз было. Только тут нужно ехать в полицейский отдел, на него напали какие-то хулиганы из леса. Вот гады, поехали разбираться, давай. Такие просто бросили человека там. Сейчас мы им нададим, ребята. Ребята, поддерживайте нас, обязательно поддерживайте. Поехали. Мы с вами. Надо еще будет сирену включить. Как они так напали на полицейских, как они из так леса. Ты представляешь, если бы так в реальной жизни было, я бы не знаю, что... Так, включай сирену. Чтобы полиция поехали. Сделала. Если бы это было в реальной жизни, я бы не знал, что полиция с бандитами сделала. Ну вот сейчас мы разберемся, поможем им. Сейчас мы вам покажем хулиганы. Надо. На полиции собрались они такие, на полицейский участок наконец-то напали. Ага. Давай, давай, давай. Сейчас давай. Вам нападать. Сейчас мы от вас от всех избавимся. Нам дальше, да, надо ехать. Вам. Давай, да, едь. Перестрелка. А что это перестрелка? Отдел время? Полиции, помогите своему отделу устранить угрозу. Вперед! О, прыжок на буханке, они бегут, быстрее! Вот она, перестрелка началась. Смотри, из леса. Из леса прямо на участок напали. Да. Быстрее, какая быстрее. Типа война, да? Ну, это прям вообще. Это... Быстрее, быстрее, смотри. Война, походу. Прячься за бревнами. Надо всех их
Война за полицейские, за полицейскую базу. Устраняй угрозы, это все хулиганы. Давай, давай. Хулиганам, которые напали. Здесь не место. Давай, 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 давай. Да. Вот они все какие-то бандиты, хулиганы. Да. Давай, 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 да. Давай. Что он встал-то? Что он встал-то там? Сколько их много, а? Есть, по-моему, да, есть. Все, да. Есть, нет, нет. А, все, есть, этот есть. О, сколько их из леса бежит. Война началась, быстрее. Сколько их из леса бежит. На. Так, вот еще за бревном. Есть, нет? Нет. Главное, чтобы нам хватило патронов. Так, 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 вообще подошел. Ну что он? Жестко. Гранату кинули, уходи. Что они здесь делают? Интересно, можно подбирать оружие? Смотри, как их много. Как их много, ребята. Так, есть, 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 есть. Всех тут. Еще бежит. И еще бежит. Как их много. Оставшиеся 8 человек осталось. Так. Главное, что мы не одни. Еще гранаты, уходим. Да. Какие хулиганы. А у нас есть гранаты? У нас вполне гранаты. Давай, 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 давай. Есть, есть, на, есть. На, есть. На, давай, давай. Сколько давай. Еще бежит из леса? Да что ж такое? Вот это войнушка. 4 человека, 3. Вот это войнушка. А топор такой. Вот это война просто за полицейскую. Есть, базу. Есть, есть, есть. Ну, один остался. Один. Да, е-е-е. Мы выиграли. Это было сложно. Ребят, мы победили. Самое главное, что мы выиграли. $800 за помощь нам дали. Круто. Отлично. И такие спокойно уже ходят. Мы победили. Все, теперь полиция может спокойно работать. Работать. А не, ну то надо. Они тогда те самые гады, которые напали. Ну, похоже, раз. Да. Смотри, дымится УАЗик у нас. Они да потом. Они раньше на что напали? На то же самое это, полицейский банк. Только нет, они напали сначала на наш пограничный пост. А, пограничный пост. А теперь вот видишь, все никак покоя не дают здесь, в лесах бегают. Но мы со всеми справляемся, что ж ребят. Что такое-то? Пациенты тут перестрелка. Что ж такое-то? Смотри, у нас 3 минуты, чтобы доехать до участка. Не, но мы их победили, пап, самое главное. Да, пришлось всех положить. Да, надо этих гадов просто устранять, чтобы они... Просто устранили всех. Так, стоп, стоп, да. Стоп. Оп, оп. И причем мы там просто очень... Вот, на эту базу напали. Смотри, на Ниве так и стоит. Да. Ждет нас там. Добрый день, товарищ командира. Как она называется? Командира. Добрый день. Так, выходим, давай с этой стороны выйдем. Все, вот здесь надо перепрыгивать. Ну давай. Что? Колеса уже накачались? А как он? Он же со сдутыми стоял. Ладно, давай сейчас мы... Вроде как бы у него все нормально было, да? Отправим его назад. А, это РК, что ли? А из РК ничего нельзя возить-то. А, это Акаристан, все правильно, значит, нормально. Ну давай отпустим, что, у него все хорошо. Бочка подтвердили, да? А дай проверим на это, на значок. Вдруг там есть ультрафиолетовый луч? Да не похоже. Ну давай попробуем и так вот, на удачу. Не думаю, что... А у него до мая, у него до мая. Мы ему что, запретили же? Мы ему... Или мы его отпустили? Что-то я... 130, нормально. Нормально. Все, ребята, мы ушли спать. День был очень тяжелый. Вас сегодня с праздником День Победы. День Победы, и да. До новых выпусков. У нас сегодня 2260. Круто. Заходите на наш Инстаграм Дзен Рутюб. И до новых приключений.